как приготовить самое вкусное летнее овощное рагу с густым соусом, бархатистое, и при этом нам не понадобится ни кусочка мяса. Готовим овощное рагу с фасолью. Я уверена, вы обязательно полюбите этот рецепт. Все готовится просто и быстро. Всем привет, меня зовут Мария Мироневич. Начинаем готовить. На дно сковороды наливаю 2 столовые ложки растительного масла. Я взяла 5 молодых морковок. Морковку нарезаю крупно, кубиками около 1 сантиметра. Морковку отправляю в разогретое масло и немного перчу. Делаем это по вкусу. С помощью ложечки перемешиваю морковку, масло и перец. Оставляю овощи пассероваться. Еще, конечно же, нам понадобится лук. Лук я тоже нарезаю крупно, кусочками около 1 или 2 сантиметров. Такая нарезка – один из секретов овощного рагу. Лук соединяю с морковкой, перемешиваю и оставляю овощи готовиться на среднем огне. 2 сладких красных перчика нарезаю на соломку, затем на брусочки около 2 сантиметров. Сладкий перчик отправляю к луку и морковке, перемешиваю все овощи. Еще нам понадобится 1 средний баклажан. Баклажан я нарезаю на тонкую соломку, затем нарезаю мелким кубиком. Также поступаю и с кабачком. Сначала на ломтики, потом на соломку, затем на мелкий кубик. Нарезанный кабачок и баклажан отправляю в сковороду к другим овощам. Присаливаю, делаем это по вкусу. Перемешиваю овощи для того, чтобы они готовились равномерно. Уже очень красиво и ароматно. Прибавляю огонь до максимального и при помешивании пассирую овощи 5 минут. 5 минут прошло, добавляю 600 граммов заранее отваренной фасоли. Вы можете использовать консервированную. Перемешиваю все. Добавляю к овощам и фасоли 700 мл воды. Накрываю крышкой и оставляю на среднем огне на 20 минут. За это время через пресс пропускаю 7 зубчиков чеснока. Чеснок добавляем по вкусу. 20 минут прошло, приготовим соус. Отправляю в сковородку чеснок, затем 2 столовые ложки томатной пасты, немного базилика и орегано, еще я немного поперчу и добавлю соли. Все специи добавляем по своему вкусу. Теперь просто необходимо перемешать, и у нас получится просто невероятно ароматный, красивый соус. Накрываю крышкой и оставляю на 5 минут. 5 минут прошло, наш чудесный, вкусный ужин готов. Мы использовали самые обычные сезонные овощи, фасоль, а получаем просто настоящий деликатес. Сочетание крупной нарезки овощей и мелкой нарезки баклажана и кабачка, которые превращают это все в шикарный соус, просто порадует и взорвут ваши вкусовые рецепторы. Добавьте зелени и наслаждайтесь. Приятного аппетита! Теперь это один из самых любимых рецептов в нашей семье. И плюс можно внести разнообразие. При подаче рагу из фасоли можно посыпать натертым сыром, либо добавить немного обжаренного куриного филе. В общем, проявляйте вашу фантазию. И что важно, в летний период такую вкусноту можно есть и в охлажденном виде. Разогревать не обязательно. Приготовьте, напишите ваш отзыв. Если вам понравилось это видео и наш рецепт, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал, впереди много интересных и, конечно же, простых приготовлений рецептов. С вами была Мария Мироневич, я желаю всем любви и добра!